что означает, что Творец пребывает внутри скверны. То, что даже их мысли и их желания, они ради получения, Творец все-таки не оставляет их и присутствует в них, но они должны исправить свои намерения. Есть все-таки у них сила, с помощью которой можно начать себя исправлять. Переходить от ради получения к ради отдачи.